Всем здорова, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Лазерный Соник. И сегодня, друзья, мы зашли в игру GTA 5, чтобы провести масштабный экспериментик. Какая же из этих самых крутых, самых быстрых и навороченных, друзья, тачек сможет перегнать нашего Соника? Очень быстрого, очень крутого. И, друзья, сегодня у нас необычная серия. Сегодня у нас, ребята, будут участвовать не только тачки, а еще Флэш и такой прикольненький желтый Соник. Это у нас Супер Соник, который имеет очень большую скорость. Ну и, друзья, сегодня мы будем все их сравнивать. Ну и, ребята, поставьте, пожалуйста, лайкусик за такой офигительный эксперимент. Подпишитесь на мой канал, а также не забываем писать комментарии. И, друзья, ставьте, пожалуйста, лайкусик, ведь я очень сильно стараюсь. Ну, а я вам желаю приятного просмотра, а мы начинаем! Друг, извини, что отвлекаю от просмотра видоса, но я знаю, что ты не подписан на мой канал. А ты знал, что такие, как ты, 65%? Это безумно много. И чтобы ты понимал весь масштаб проблемы, на наш канал не подписаны 1 749 тысяч человек. Потому что у них горит красная кнопка «Подписаться». Теперь я попрошу тебя... уничтожь красную кнопку подписки, чтобы она стала серой. А также не забудь про лайк, ведь он тоже важен. Ну и напиши комментарий, чтобы попасть в следующий видеоролик. Давай, друг. Вся надежда только на тебя. Мы обязаны остановить эпидемию красных кнопок подписаться. Ну и приятного просмотра. Так, друзья, ну мы уже с Соником готовы проводить наш эксперимент. Но перед этим я хочу вас спросить, кто это такой? Такой зеленый, какой-то пузатый. Кто это вообще такой, друзья? Напишите реально в комментариях, потому что мне будет очень интересно. О, вроде как он из какого мультика, но вот я что-то не помню. Друзья, напишите сейчас же в комментариях, кто это вообще за персонаж. Вообще, кто это вообще такой и из какого он мультика. И, ребята, кто напишет правильно, тому я, естественно, поставлю сердечко на комментарии. И, возможно, отвечу на любой вопрос, который ты напишешь вместе с этим персонажем. Так что давай, пиши в комментариях, кто это вообще за человек. И, братан, ну ладно, так как ты тут стоишь, я не буду тебя, в принципе, прогонять. Стой тут. И, друзья, пишите в комментариях, кто это вообще зачел. Ну, а, друзья, первая тачка — это у нас, ребята, такой суперкар Агерос, или как там его называют. Ну, друзья, очень крутая тачка. Но перед этим давайте пройдемся по нашим тачкам поподробнее. Значит, первая тачка — это, ребята, Бэтмобиль 2016 года. Потом у нас идет суперкар Бугатти Верон, Бентли Континенталь, Мерседес GT, такая прикольненькая, 2018 года, Кибертрак 7, ваш любимый, Брабус 6 на 6, это у нас гелик. Потом идет Нива, Лада у нас, да, БТР. И, естественно, наши два персонажа — это Флэш и Суперсоник. И, друзья, пишите даже в комментариях, кто у нас победит в этой серии. Вот лично мне кажется, то, что ни одна тачка, ни один персонаж не сможет сегодня, ребята, обогнать нашего Соника. Ну все, друзья, давайте становимся на стартовую линию и уже будем начинать наше первое испытание. Все, давай, садись, чел. Ты че? Ты че так побежал? Ты че? Тихо, друзья, давайте. Так, тихо, мне сказал игра, но нет. Так, тихо, ты чё нафиг офигел? Нет. Ух, друзья, у меня даже скрылась игра. Это что такое? Ты чё так поехал? Ребята, вы это видели? Просто резкий старт. Я даже немножко прифигел немножко. Это просто жесть, друзья. У нас... Фух, мы сейчас могли просто проиграть на первом же раунде. Это было жестко, друзья. Так что ставьте лайкосик за такую эпичную серию. Извиняюсь, то, что, конечно, скрыл игру, но что-то это прям было жестко. Все, друзья, оставляем тут нашу тачку и переходим уже к следующей тачиле. Ну, друзья, после такого резкого старта я решил поинтересоваться, какого черта эта тачка вообще так поехала. Короче, друзья, оказывается, эти все тачки предназначены для того, чтобы противостоять Сонику. То есть у них ультра-двигатели, просто турбо, надувы всякие стоят. Это просто ультра-тачки, друзья. Так что поставьте лайкосик за такое. Мы сегодня будем проверять Бэтмобиль, который я немножко сломал при переносе сюда, да? И, друзья, просто реально поставьте лайкосик, потому что я даже немножко... даже проморгал, ребята, старт. Так что все, давайте, галочки в комментариях, кто вообще победит, Бэтмобиль или же Соник. Раз, два, три. Так, все, давай, Бэтмобиль, так, едь там. Да, едь, мы поедем. Ну слушай, Бэтмобиль, вот, честно, я нормально. Как бы едет он, ну так себе. Конечно, так, ну давай, я наравне с Бэтмобилем, хотя он немножко даже меня перегоняет. Но все же, друзья, я улетаю. Ну, слушай, честно, я офигел, вот суперкары — это просто, наверное, самые жесткие тачки. Так, что-то Бэтмобиль у нас тут немножко прифигел. Тут это стоит такой, да. Ой, поехал, я тебе еще раз могу даже перегнать. Все, друзья, мы получаем уже второй уже балл за Соника. У нас еще 2-0 в пользу Соника. И давайте, ребята, перейдем к следующей тачке.
Так, друзья, у нас счет 2-0, как я уже сказал, и сейчас мы будем против Бугатти. Да, друзья, вот честно, мне кажется, Бугатти будет очень быстрая, потому что она сама по себе быстрая, а плюс еще ультрадвигатель, это вообще будет нереально. Ну, друзья, ставьте лайкосик и полетели. Так, все, сел и поехал. Ну, поехал, давай. И я тебе догоню. Я его не догоняю. Так, давайте. Нет, догоняй. О, здорово. В смысле? Нет. О, ребята, Бугатти свернула. Кажется, мы ее просто немножко тут, когда летели, да, мы ее воздухом, друзья, спихнули. Так, все, пока, Бугатти, пока. Ну, друзья, у нас счет 3-0 пока что в пользу Соника. И давайте, ребята, перейдем в следующие тачки. Так, ребята, следующая тачка там, что там такое, я что-то не понимаю, что за тачка, так, это Бентли, значит, так, а почему она погнута? Почему она погнута? Так, мужик, ты что мне гнешь тачки, тут я ничего не понял, так, ладно, окей, в принципе, мне кажется, это тебе помешает в нашей гонке, ну и, ребята, мне кажется, Бентли я точно сегодня выиграю, так, все, давай, мужик, едь там, едь, да, давай, ну, слушай, нормально так поехал, но сейчас я тебя догоню по-любому, давай. Давай, здорово, все, покеда. В смысле, вау, мужик, сорян, я нечаянно, реально, давай. Ты там беги, давай, что, не сможешь меня обогнать? Ну и, ребята, Соник уже получает какой там 4-й балл, ребята, это уже просто еще ни одна тачка меня даже не выиграла. Так, все, мужик, давай, улетай сюда, все, пока. Все, ребята, я получаю свой уже 4-й балл. Ну, ребят, давайте перейдем к нашей следующей тачке. Так, друзья, следующая тачка, это у нас, ребята, Mercedes GT. Такая прикольненькая реально тачка. Ну и, друзья, честно говоря, я тут немножко засомневался, потому что, мне кажется, эта тачка по-любому выиграет Соника, потому что она очень, ребята, быстрая, и, мне кажется, с ультрадвигателем она точно его сделает. Но мы это, ребята, с вами посмотрим. И давай, мужик, садись в тачку и едь. В смысле? Так, ну-ка, давайте, друзья, догоняем. Опа. В смысле? Мы не можем, друзья, догнать. Так, давай, догоняем. Ребята, ну блин, если бы не воздух, мне кажется, я бы не догнал реально эту тачку. Но я немножко скинул воздухом, но, друзья, получается, мы можем тут засчитать победу Мерседесу. И получается, Соник слабее этого Мерса? Ну, друзья, это, мне кажется, жестко. Пишите ваши предположения в комментариях, кто выиграл, Соник или же Мерседес. Но пока что счет у нас 4-1 в пользу Соника. У нас одна тачка есть, которая обогнала Соника. Это просто жесть. Так, друзья, следующая тачка, это ваш любимый Кибертрак. И, друзья, вот реально, напишите в комментариях, нравится ли вам Тесла Кибертрак, потому что она лично мне очень нравится, очень крутая, очень жесткая и очень красивая. Ну, и, ребята, честно, я даже хочу проиграть ей, но нет, эксперимент есть эксперимент. Все, давай, мужик, садись в Теслу и едь. Так, ну, а мы пока тебя тут догоним, перегоним там, вот так вот. Ты что так разгоняешься? Я тебя даже не могу догнать. Так, нет, Тесла, сорян, но, ой, даже немножко мы ее перевернули, но, друзья, я точно выиграю сегодня Теслу, и получается у нас... я падаю! Так, ребята, у нас счет, ребята, 5-1, и, ребят, давайте перейдем к следующей тачке! Так, ребята, следующий внедорожник, это, ребята, Брабус Гели, точнее, Гели 6х6, ну и, друзья, честно, я не знаю вообще, смогу ли я его победить, потому что вроде как он быстрый, вроде как он жесткий, но, ребята, мы это с вами сегодня проверим, потому что Тесла Кибертрак достаточно была жесткая, ну и, ребята, давайте, все, мужик, садись там, едь, да, а я пока что так, вот, знаешь, с тобой так разбегусь там, все такое, ну, блин, ребят, ну, честно, ну, смотрите, каждая тачка разгоняется уже, знаете, где-то на полпути, так, Тесла, сорян, мы тебе не скинем. Ой, и мы, кажется, Брабус, ребята, скинули. Давай, есть. Давай, попытайся меня догнать. Все, что-то тормознул. Ну и, ребята, мы уже получаем свой 6-й балл. И, ребята, давайте перейдем в следующей тачке. Так, ребята, следующая и предпоследняя тачка, ребята, это, ребята, Нива. Точнее, ладно, ну и, ребята, давайте, все. Стартуем без лишних слов, потому что, мне кажется, тут без шанса. Все, давай, едь. Чувствую, ну, кстати, старт хороший. Так, ну-ка, мы пока что ее так догоняем. Ты чё офигел? Ты чё, Нива? Вау, занесло Ниву, пошла нафиг, все. Все, друзья, мы победили Ниву. Я уже думал, что-то мы немножко даже отставали, но Нива все же, ребята, финишируют вторая. И, ребята, счет у нас уже 6-1. И, ребята, давайте перейдем к следующей тачке.
Ребята, последняя на сегодня тачка — это, ребята, БДР, у которого точно нет шансов. Потому что, зная его, он, ребята, медленно едет. Так что все, давай, мужик, едь. Я тебе даже подамся. Давай, едь, едь, едь там. Такое, ребята. Мы пока что тут постоим, с вами попьем чайку. Вы там, если кто кушает, приятного аппетита. Ну и, ребята, все, полетели за БТРом. Вот так. Здорово. Здорово, БТР. Покеда тебе. Покеда, БТР. Все, ребята, мы просто убегаем давай. И Нива, сорян, Нива, сорян. И все. Вау! Ничего себе, Нива полетела там, друзья. Лайкусик поставьте. Ну все, друзья, Соник, он зарабатывает 7-й уже балл. Одна тачка только смогла Соника выиграть. И, знаете, давайте даже подадимся. Две тачки практически смогло выиграть Соника. Это, ребята, первая тачка Агера, которая практически смогла урвать победу сегодня, но не смогла. И, ребята, счет у нас получается 6-2. И, ребята, давайте уже сравним наших персонажей. Все, друзья, последний на сегодня эксперимент — это, ребята, Соник против Флэша против Суперсоника. И, друзья, голосуйте еще же в комментариях, кто нас победит. Ну, а мы начинаем. Все, раз, два, три, полетели! Ну что, друг, данный видос подходит к концу. Если тебе он понравился, то поставь лайк и подпишись на мой канал. А также не забывай про комментарии, ведь с помощью комментариев ты можешь попасть в следующий видеоролик. Ну а если тебе понравился данный эксперимент, то поставь лайк, пожалуйста. Ну а с вами был Флейзин, всем удачи, всем пока, народ!